Сегодня третий тур Кубка Чемпионов, и все внимание этим двум командам. Посмотрим, как они себя проявят. Что ж, мы уже посмотрели несколько матчей, и по результатам в таблице уже можно спрогнозировать, кто в итоге выйдет из группы, а кто из нее, скорее всего, вылетит. Сегодня ЦСКА встречается с Ювентусом. Новый турнир берет свое начало сегодня, и мы посмотрим первый матч в этой группе. Действительно, вряд ли кто-то ожидал от этой команды такой прыть. Попал в стартовый состав этот игрок, а встречаются они, между прочим, с его бывшей командой. Да, и безусловно, этот матч у него из разряда принципиальный. ЦСКА ведет свою историю с 1911 года, и тогда команда существовала под другой аббревиатурой OLLS. Да, там была довольно странная история, и расшифровывается этот OLLS как общество любителей лыжного спорта. Вот такие бывают разные повороты судьбы. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Вагнер Лав. Свисток арбитра будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Думбия. Атакующая комбинация ЦСКА. Отличный прием. Так держать. Клаудио Маркизи. И навес. Хорошая подача. Удар по воротам. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Потерял он мяч, но кому он достанется? Это может быть опасно. Можно выходить. Мяч в сетке. Есть первый гол в сегодняшней игре. Положился он здесь на силу и не прогадал. Мяч угодил прямо в левый нижний угол. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Пауло Дибала. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Вагнер Лав. Тут может что-то получиться. Решил пробить. ЦСКА забивает гол. Ну вот, два гола подряд. Похоже, соперник-то рассыпался. Да, вжик-вжик-вжик. Уноси готовенько. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Пауло Дибала. Штефан Лиштайн. Янич. Клаудио Маркизи. Маркизи. Как проект, в принципе, как задумка. Эта передача была очень остроумной. Он накручивает соперников одного за другим. Удар. Невероятное спасение. Он бьет. Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Клаудио Маркизио. Лиштайн.
Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Момент! В самый нижний угол. Красавец! Согласитесь, уважаемые зрители, что вот именно такие голы очень хорошо отсматривать на повторе. Спокойно, красиво, технично. Просто на заглядении. 3-0 – это уже серьезно. Можно атаковать. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Думбия. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Сами Хедин. 3. Напомню, это третий тур группового этапа Кубка чемпионов, второй тайм. Первая половина матча прошла, так скажем, напряженно. Посмотрим, смогут ли игроки справиться с волнением и показать во втором тайме все, на что способны. Отлично сыграно, надо решать. И удар должен последовать. Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша стандарта. Головой бьет он по мячу. Вратарь намертво забирает мяч. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Атакующая комбинация ЦСКА. Удар нужен! Дубль против своей бывшей команды делает игрок. И вряд ли. Его старые друзья рады вот такому вот подарку. Первый гол добавил ему уверенности, и он забивает второй, оформляя таким образом дубль. 4-0. Ну, это разгром. Леонардо Бонуччи. Пауло Дибал. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Терпеливо ждут они своего шанса. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Есть хороший адрес для передачи. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Янич. Атакующая комбинация Ювентуса. Вот это удар! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. И в зону атаки мяч переходит. Ах, надо забивать! Мяч выбит. Очень хороший отбор. И выносит мяч за лицевую защитника. Сиду Думбия. Великолепный проникающий пас. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Тут надо было просто вынести мяч, что защитник и сделал. Пас с фланга. Хорошая подача, но защита на чеку. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Александр Головин.
Отличный отбор, но кому достанется мяч? До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Маркизио. Ювентус переходит в атаку. И вот-вот на поле появится свежий игрок, замену гостей. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Какой удар! Вот это спасение! У нас угловой. Загружает мяч Хеллини. И навес. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Офсайд, нет никаких сомнений. До конца игры 7 минут. Ушел мяч за боковую, ЦСКА вбрасывает. Корен Баграмян. Головин. Шанс у ЦСКА. Удар! Опасно! Гол! ЦСКА забивает! И, в общем-то, что разбирать этот эпизод? Кто просел, тактически какие-то там огрехи, это все уже не нужно. Здесь дело в том, что просто сдались парни откровенно, как мне кажется. Развалилась команда. Да, с характером у нее явные проблемы. И вот так разваливаться по ходу встречи, конечно, эту команду не красит. 3 минуты будет добавлено. Алекс Сандро. Можно атаковать. Там есть кому сделать передачу. Игуаин. Квадво Асамоа. Такие передачи всегда... Удар поворотом. Далеко от ворот проходит мяч. Звучит свисток арбитра, матч окончен.